Вячеслав Битаров встретился с населением Ордонского района. На этот раз со своими проблемами и интересующими вопросами к главе обратились жители селений Коста и Кирова. Уже по традиции вместе с Вячеславом Битаровым в район выехали представители министерств и ведомств республики. Вопросов было много, главный вопрос – земельный. 1000 гектаров земли выставили на аукцион. Жители селения Коста обеспокоены и попросили главу обратить на это внимание. Вячеслав Битаров пообещал разобраться в этом вопросе, передать земли местным жителям, но с условием, чтобы земли использовались по назначению, а не передавались в аренду из рук в руки. Говорили о проблемах с водой. Водопроводные сети в селах района изношены. Вячеслав Битаров поручил министру ЖКХ Майрану Тамаеву заняться этой проблемой. А жители селения Коста обратили внимание главы на то, что у них нет спортивной площадки. Ответ последовал четкий. Нужно собрать необходимые документы и подать заявку на участие в ФЦП. На встречу с главой приехали и представители других сел Ордонского района. Например, жители селения Цымыти пожаловались на плохие дороги. Сказали о том, что дом культуры в селе уже старый и нуждается в реконструкции. Вячеслав Битаров сообщил, скоро в населенном пункте в рамках федеральной программы начнут строить новый объект. Еще один острый вопрос – нехватка рабочих мест. Молодежи негде работать. На это глава ответил, что работу найти нетрудно, главное – желание. И даже в этом вопросе пообещал помочь. И отметил, что в селе можно заниматься сельским хозяйством. Условия для этого создаются. Беспокоит жителей сел и проблема нехватки мест в детских садах. В детском саду есть 2 помещения рабочих, но есть там еще 1 помещение, которое не работает, потому что там нету оборудования, нету кроватей, нету столов, стульев, чтобы дети там чем-то занимались. Вот у меня такая просьба помочь нам в открытии 3-й группы, чтобы наши дети могли нормально ходить в детские сады. Вячеслав Битаров пообещал решить эту проблему и отметил, что все вопросы, прозвучавшие, будут рассмотрены, а встречи с жителями республики будут продолжаться.